победил. Пришел, увидел, победил. Пуп. Итак, опа и пуп. Смотрите, внимание, задание. Я даю двум командам по одному белому ватману. Сейчас я дам вам еще и маркер, и за короткое время вы должны, вот все вы здесь сидите, поздравляете, желаете, но сейчас у вас есть уникальная возможность, как вот подарили «хочу», так вот сейчас вы на этих ватманах можете нарисовать то, что вы хотите пожелать молодым. Это может быть все, что угодно. Это может быть самолет, остров, это может быть вилла в Таиланде, это может быть все, что угодно, понятно, да? Короткое время, потом я даю вам микрофон, и вы защищаете ваш шедевр. Затем Дима и Света выбирают лучшие, и, конечно, вы подписываете ваши ватманы и дарите их молодоженам. Итак, я раздаю одинаково. Пожалуйста, вам ватманы и вам. Пошли в коридор. У вас мало времени, мало времени. Возьмите маркеры. Итак. Красивая девушка всегда на мечте веселится. Они готовы день и ночь писать и веселиться. И не с поклонников, и зажигать по дискотекам. Летишь куда-то на рассвета, но однажды все равно. Итак, у наших пар, у наших команд мало времени. Буквально через полторы минуты конкурс будет завершен. Хочешь ты мне что-то сказать, не если хочешь, то, конечно, я сделаю. Так, время подходит к завершению. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ноль, поехали, стоп-музыка. Пожалуйста, сдайте нам фломастеры, маркеры. И сейчас вы будете в микрофон защищать ваше произведение искусства. Будут решать судьбу наших участников. Нарисовал участников команды свое, поэтому то, что он нарисовал, пускай он и скажет. Ребята, я начала с сердца. Сердце, ну, принято, что это олицетворение любви. Говорят в народе, что любовь всегда права. Вот пусть у вас так и будет. Потому что впереди будут и перекрестки, вам когда-нибудь надо будет принимать какие-то решения. И если вдруг будут вопросы и сомнения, прислушайтесь. Ваша любовь вам всегда подскажет и не ошибется. И я думаю, помнить надо еще, что она живая, ее надо холить и лелеять. Поэтому я так нарисовала. А я нарисовала дом. Хочу, чтобы у вас был теплый собственный дом, чтобы там было много друзей, всегда раздавались детские голоса и много-много цветов, которые Светочка очень любит. А я нарисовала парус, потому что это символ мечты. А без мечты никакого счастливого брака просто не может быть. А поскольку все здесь романтики, а только романтики могут попереться в Таиланд, извините меня, для того, чтобы в Новый год и нырнуть в бассейн, для того, чтобы потом показать все это безобразие на форуме. Вот. Поэтому я считаю, что пусть над вами всегда, ребятки, развивается этот алый парус счастья. А я вам желаю много друзей. А друзья у женщины – это бриллианты. Опа! Лучшие друзья. Вот. Ну, я, как капитан команды, хотел… Мне просто времени не хватило, хотел нарисовать красивую рыбу. Вот. А тут слышу отчет, там уже 3, 2, 1, Пуск, поехали. Поэтому нарисовал квадрат, написал, мне все-таки успел написать слово «рыба». Я думала, ты доминула. Ну, чтобы, Свет и Дим, чтобы у вас в вашем домашнем аквариуме постоянно ловилась рыбка большая и рыбка маленькая. А вы у нас абстракционист, я смотрю. Аплодисменты команде номер один, команда «Опа», замечательно. И очень хорошо защитились. А теперь команда
пришел, увидел... Че, молодые. А рыбы нет. Мы, в отличие от многих, не желаем вам там прохождения, чего-то. У вас пусть все будет хорошо. Никаких проблем, чтобы никаких испытаний больше не было. Чтобы все было хорошо и замечательно. Хватит их. Наша команда желает вам после этого замечательного дня, который был сегодня, замечательного романтического путешествия на замечательном самолете к морю и пальмам, чтобы у вас в будущем всегда было много денег. Маленький мешочек. Большой мешочек. Он большой, обратите внимание, он такой же большой, как дом. Такой же большой. Такой большой, а для света маленький. Не, он очень большой. Чтобы в этом доме было много друзей, много родственников, чтобы все они... Так что на это лучше не заводиться. Я прошу внимания, просто что надо? Отвлекает противоположная команда. Чтобы в этом доме было много друзей, много родственников, чтобы все они радовались, что видно, как мальчик, девушка, все было хорошо. Чтобы были замечательные машины, чтобы все были в достатке, жили в любви и счастье. Не забывали нас, мы вас никогда не забудем, мы вас всегда найдем. Ну куда бы вы ни улетели, Павел? Вас очень любят. Больше всего. Ура! Да! Да! Этой команде крупной, конечно же, вы можете подписать и подарить этот шедевр нашим молодоженам. Ну а сейчас слово председателю жюри Света и Дима. Ваш вердикт. Ну, хоть кто-то сказали, что женщинам всегда мало денег. Позвольте с этим не согласиться. Я, в общем-то, больше, наверное, в душе романтик. И, конечно, пожелание сердца открытого. Здесь дети. Все. Не давите на суд. Путешествий каких-нибудь необычайных. Это, конечно, для меня, как сказать, первично. И в то же время, ну, конечно, то, чтобы поехать, надо что-то иметь. Да. Вот этот мешочек. Только я не поняла, мешок большой или домик маленький? Не, мешок большой. Большой. Понятно, да? Большой. Поэтому я считаю, ну, конечно, здесь просто нельзя говорить, победила эта команда или это. По той простой причине, что нужно и то, и это. Очень всего хочется. Поэтому я считаю, что победила, дружба. Дима, ты? Абсолютно точно. Команды, можете обнять друг друга, победила ваша дружба. И спасибо вам за ваши пожелания, ваши поздравления. Мы искренне надеемся на то, что все это обязательно сбудется. Ну, а сейчас можете все занять места за праздничным столом. Так как у нас много желаний.